Всем привет! С вами Арсений, интернет-магазин ToCamp. Наш новый видеообзор плиты Magnum от компании Еврогаз. Сейчас мы посмотрим, что из себя эта плита представляет. Плита идет у нас в удобном пластиковом чехле, который легко и просто разбирается. В комплектации с плитой идет инструкция по применению и сама плита. На плиту устанавливается у нас отражатель с рожками, так называемый, на которые ставится непосредственно уже сама кастрюля, сковородка и все остальное. Эта плита отличается от остальных плит тем, что у нее есть штуцер, при помощи которого мы эту туристическую газовую плиту можем подключить к российским газовым баллонам. Штуцер закручивается сбоку. Дополнительные прокладки нам не нужны. Все уже установлено. Сюда мы подключаем шланг и через редуктор подключаем к российским газовым баллонам объемом 5, 12, 24 и 50 литров. Также эта плита у нас работает и от простых цанговых баллонов объемом 220 грамм. В данном случае мы используем баллон от компании Кавея КГФ 0220. Для того, чтобы установить баллон, нам нужно, чтобы совпала вот эта прорезь с язычком. После чего нам нужно опустить защелку до низу. Плита у нас готова к эксплуатации. В плите есть пьезоподжиг, то есть спички и зажигалки вам не понадобятся. Поворачиваем подачу топлива до конца, до щелчка, и плита у нас загорается. Также выключаем. Вес плиты Magnum 1,5 кг. Расход газа 160 грамм в час. Размеры плиты 342 на 284 на 113 мм. Максимальная мощность плиты до 2 кВт. Для транспортировки, в принципе, можно баллон не вынимать отсюда, а просто его отсоединить. И баллон может оставаться внутри плиты. Интернет-магазин ToCamp. Туристическая газовая плита Magnum с возможностью подключения к российским газовым баллонам через редуктор и шланг. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.